Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые видеослушатели моего канала. Хочу анонсировать некую новинку, некий цикл аудиокниг, так называемых. Это сейчас очень популярно. Понятно, что аудиокниги везде сейчас можно скачать, найти и так далее. Но на своем канале наши IT-специалисты подготовили мне несколько подборок хороших психологических книг. Первая из них будет называться «Иметь или быть» Эриха Фрома. Буквально через несколько минут после этого видео я выложу эту самую книгу. Потрясающая книга, философская во многом, психологическая книга, раскрывает многие душевные проблемы современности, бытия вообще в целом. Я надеюсь, она вам будет интересна. Видео будет выложено на нашем канале. Если у вас будет такая потребность, я смогу выложить эту книгу под видео в MP3 файле. То есть имеется в виду, что и в дальнейшем буду так поступать. То есть будет видео, которое можно просто включить на телефоне, положить его рядом с собой и, соответственно, слушать и смотреть его на YouTube. Там, собственно, смотреть нечего, просто картинка, но смысл, содержание, суть самой книги, конечно, потрясающие. Я надеюсь, что это будет новый формат наших с вами взаимоотношений, что вы будете отписываться, рассказывать о своих впечатлениях от тех или иных книг, которые мы будем выкладывать на этом канале. Это очень интересно. Я сам этим постоянно увлекаюсь, читаю очень много бумажных книг, очень много слушаю, еще больше слушаю книг. Аудиокниг имеется в виду. И иногда нахожу какие-то интересные вещи на YouTube в виде видео. И мне этот формат очень нравится. Я действительно просто сижу, телефончик рядом воспроизводит видео, как бы видео. На самом деле я слушаю содержание, суть аудиокниги. И это здорово. Собственно, вот воспримите это видео как анонс. И я надеюсь, вам это будет интересно и понравится. Ставьте лайки под таким видео. Они очень полезны. Они будут психологизированы мною, эти видео. То есть не простые видео, а именно содержащие в себе массу интересных моментов, связанных с психикой человека, психологией как наукой, философией, мировосприятием, мировоззрением людей. На этом, собственно, все. И благодарю вас за внимание. Удачи вам!